this is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard, she ends up with permanent brain damage. Dead in this vehicle. Girl is critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. No seatbelt, no excuse. From DOE, supported by AXA Insurance. В прямом эфире Бизоны ТВ матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд премьер-лиги Вологда Чувакета принимает Динамо Новосибирск. И с вами Бизоны ТВ. В прямом эфире ваши комментаторы Атари Ачхихидзе и Светлана Явкина. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать в спортивный комплекс. На праздник баскетбола, праздник спорта, самого увлекательного среди игровых и самого игрового среди увлекательных. Самого зрелищного, я бы еще сказала. Давайте познакомимся с составами команд. Светлана, прошу вас, представьте, кто сегодня на площадке. Ну, начнем, я думаю, гостей, да? Давайте. Динамо ГУВД. Номер 4 – Бакулина Мария. Номер 6 – Мишкарева Елена. Номер 7 – Татьяна Петрушина. Номер 8 – Екатерина Нечипаева. Номер 9 – Наталья Потемна. Номер 11 – Мария Савина. Номер 12 – капитан команды Ксения Колосовская. Номер 14 – Оксана Хорошавина. Номер 15 – Елена Гоги, номер 31 Ольга Соколовская, номер 33 Наталья Мясоедова и тренер Владимир Колосков и помощник тренера Кожевникова Галина. Команда хозяева. Вологда Чувакета. Давайте представим наших девушек. Кейру Екатерина, номер 4. Шулепова Ульяна, номер 5. Мор Лори, номер 6. Номер 7, Махлина Светлана. Черепанова Мария, номер 8. Олеся Малашенко, номер 12. Смотрите, при поддержке трибун проходит сегодняшний матч. Почти полный зал собрал. Зрители очень любят свою команду. Несмотря на праздничный день, на рождественские праздники, много у нас сегодня с вами сети зрителей и зрителей в зале. Продолжаем представление команды. 15 номер Киселева Юлия, мастер спорта. Столяр Александра, номер 18. Номер 31 Кристина Аликина. Мастер спорта международного класса. Мастер спорта Елена Баранова, олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта. Джессика Девенпорт дебютирует сегодня в составе вологодской команды. Центровая, ростом 196 сантиметров. 26 лет ей. Представим судей. Тренера. Так, тренеров. Тренера. Да. Шунейкина Ольга и помощник тренера Рашеня Владимир.
обслуживают матч. Старший судья Елена Чернова, Москва, ФИБА. И судьи Семен Олинов, ФИБА, Москва. И судья Алексей Чудин, первая категория, Москва. Комиссар встречи Александр Жук. Союзная категория Санкт-Петербург. Сообщаем вам, что уже приступила к тренировкам баскетболистов Елена Волкова, которая 3 месяца назад родила замечательного сына Ярослава. Надеемся, что в ближайшее время она будет радовать нас своим верховным. Сейчас в Елене вручается удостоверение и значок мастера спорта России международного класса. Идет церемония награждения. И удачи. Призера чемпионата Европы 2007 года Елены Волковой. Звание мастера спорта России она получает награждение. А также получает еще 2 девочки из Динамо Новосибирска. Мария Хрусталева и Мария Савина. За Универсиаду 2010 года. Поздравляем девушек. Мы рады за них, что у нас становится в наших рядах больше мастеров. Тем интереснее будет игра, что нашим девушкам сегодня будет противостоять такие опытные и уже мастерицы и соперницы. Это добавляет определенный интерес к игре. А сейчас гимн России. Итак, судьи дают 3 минуты на разминку. Пока готовятся девушки к началу матча, давайте поговорим об турнирной ситуации. Да. В частях турнирной таблицы расположились сегодняшние команды. Динамо ГУВД Новосибирск, наши гости, занимают 9-ю строчку с соотношением побед и поражений 2-7, 22% побед. И чуть увереннее, я бы даже сказал, гораздо увереннее выступают в чемпионате. Волга Чиваката, да, которые идут на пятом месте. На пятом месте делят 4-ю, 5-ю строчку с Надеждой Оренбург с одинаковым соотношением побед-поражений 5-4, 55%. Судьи свистят, просят команды. Команда начинает игру. Следующий состав.
стартовые составы. Запоминаем. Мясоедова, Колосовская, Савина, Петрушина и Мишкарева. Это «Динамо» ГУВД, начиная стартовая пятерка. И Чеваката, Вологда, номер 31 Кристина Аликина, номер 8 Мария Черепанова. Номер 12 Олеся Малашенко. Номер 7 Светлана Махлина. И номер 50. Дебютантка. Дебютантка Дэвин Джессика. Джессика Дэвенпорт, центровая, ростом 196 сантиметров, американка. Капитан команды Елена Баранова, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. А интересно, кто сейчас выполняет роль капитана на площадке? Вот как ты Елены думаешь? Барановой, да, должен быть капитан. Я бы, будь я ответственен за распределение вот этих ролей, скорее всего, доверился бы разыгрывающей американке Мор. Тем более, что мы выигрываем скидку. Да. Начало игры. И сразу в атаке. Светлана Махлина. И два очка! В великолепном проходе. Забивает, открывает счет. Очень приятно, что это именно наша команда. Савина с мячом, пас Мясоедовой, Мясоедова не попадает из-под корзины. Лори Мор. Первый фол. Первое нарушение правил. Судьи дают номеру 11, это Мария Савина. Набрасывание Лори Мор. Ух, какая передача. Кристина Аликина с мячом. Пас Маши Черепановой. И Маша в проходе. И два очка. И два очка плюс один. Хорошее начало, да? Замечательное начало. Возможность укрепить разницу в счете, укрепить свое лидерство получают вологжанки. Тем более, что на линию штрафных. И забивает, уверенно реализует штрафной бросок. И прессинг, прессинг, смотри. Личный прессинг. Савина с мячом. Петрушина. Петрушина бросает 3 очка. Там на подборе какая борьба. Цепко обороняются наши девушки. Мяч остается у Вологды. Цепко обороняется и прессингует с самого это начала команда на обеих половинах, и на своей, и на чужой. Видимо, тренер пытается затруднить развитие атаки, убить время. Света Махлина выбрасывает мяч. Кристина получает Света Махлина. Какая красивая скидка. Проходит и забивает 2 очка. Как ты думаешь, удастся ли размочить в первой половине счет новосибирочкам? Практически да. Хотелось бы это верить, потому что иначе игра потеряет зрительский интерес. Я думаю, что если еще одна результативная атака, то Владимиру Колоскову, наверное, нужно брать тайм-аут. Нет. Нет, все-таки забивает. Попадание, да. Очень хорошо, красиво, уверенно забивает со средней дистанции Наталья Мясоедова. Лори Мок. Скидка на и Джессику Дэй. Дебютантка! Дебютантка! Поздравляем! Первые два очка в российском чемпионате. Джессика Дэвенпорт. Мы с вами до начала матча, Светлана, обсуждали и пришли к выводу, что Джессика Дэвенпорт все-таки левша. Она увереннее и со средней дистанции бросает левой руканью бросковая. Выбросить мяч, но, к сожалению, он не касается кольца. С первым молоком сегодняшней игры поздравим девушек молоком, да. Из Новосибирска. Света Махлина пыталась обыграть защитницу. Вот это нарушение я бы, наверное, все-таки свистел, потому что, как мне показалось, ее толкали в спину. И наша красавица Екатерина Кейру готовится, чтобы выйти на паркет.
Меняет кого она? Светлану Махлину. Она номер меняет... Светлану Махлину? Махлину меняет. А вот встанет? Я не вижу там ничего. Может, встанем? Атари. Да, встанем? Ну, потому что не видно. Я вот там ничего не вижу. Ксения Колосовская, 2 очка. Какой проход вправо. Не дают так просто спокойно играть. Все время идет давление в защите. Вот. Маленький игрок забрал мяч. Не дают принять Дэвенпорт мяч в трехсекундной зоне. Шишкарева Елена. С мячом пас Ксении Колосовской, Савина. Пас Мясоедовой. И против Джессики Дэвенпорт. Дэвенпорт подбор на своем щите. Первый подбор в российском чемпионате, с чем ее и поздравляем. Екатерина Кейрук в тяжелом проходе. Кейру и Татьяне Петрушиной свистят пол. Очень серьезно нарушали правила, били по рукам. У Петрушиной это уже второй пол. И третьей командой. Кейру на линии штрафных будет исполнять 2 броска. В бросковой фазе ее атаковали, поэтому... Первый попадает. Под аплодисменты зрителей. Хорошо поддерживают трибуны. Да, очень тепло всегда принимают и поддерживают. Второй, к сожалению, выплевывает мяч, так он попытался, но вылетел. Выигрывают свой щит новосибирочки и сразу контратакуют. И счет 10-4 за 6:30 до окончания первого периода. Мишкарева с мячом, там пытается поставить заслон Мясоедова. Поторопилась, наверное, немножко. Поторопилась, не лучший вариант для завершения атаки. Не подготовлен был бросок. Лори Мор с мячом. Все время Мишкарева пытается Лена затруднить. Кристина Аликина бросает со средней. Ксения Колосовская подбирает и... Хорошо играют в обороне обе команды, как я обратил. Да, цепка. Таня Петрушина пошла в проход, но там сыграл защитница Катя Кейро. Подставилась и... А свистят фол в нападении? Третий фол, Таня Петрушина. Третий фол, да, и самое время. Первая четверть, уже 3 фола. А сыграли только половину. Ее очень своевременно меняют. 4 командных фола у Динамо ГУВД, и каждое последующее персональное замечание будет уже пробиваться. Мишкарева Елена. Маша Черепанова. А вот это и первый блокшот. А вместо Тани Петрушиной вышел игрок. И перехват! Перехват команды Вологодской. Не забивает, но, скорее всего, станет на линию штрафных. Улыбается Маша. В 99 случаях из 100 забивают такие мячи, но... И замена в составе Волгича Вакаты выходит. Наумова меняет Мор. Юлия Киселева меняет Джессику. И Киселева вместо Джессики Дэвенпорт. Да. Первый. Реализует. Очень уверенно попадает. Очень уверенно. У Черепановой, я обратил внимание, очень мягкий такой кистевой бросок, изящный и... Правильный. И очень правильно поставленный. И, естественно, счет 12-4. Чего и следует ожидать, реализует оба штрафных. Разбивает прессинг Ксения Колосовская. Пас на Екатерину Нечипаеву. Подбор остается за «Динамо» УВД. Ух, какая самоотверженная игра Маши Черепановой. Мяч уходящий в аут она просто вытащила. Катя Кейру с мячом, Маша Черепанова. Кристина Аликина. И Катя Кейру, 3 очка. Три очка забивает. 15-4 за 4:40 до конца первого периода. Улучшает свою статистику трехочковых бросков Катя Кейру. 8 из 25 у нее в этом сезоне. Забивает 9-й свой трехочковый мяч. И
32% до этого броска у нее два было. Два очка забегу. Засчитывают судьи Екатерины Чапаева. Еще один бонусный штрафной она пробьет. А в Вологде Чувакате очередная замена. Олеся Малашенко. Малашенко, легионер из Украины. Она поменяла Кристину Аликину. Не Мажет. Забивает. Трибуны мешают реализовать ей дополнительный штрафной. Шумовая завеса. Маша Черепанова пас на Малашенко и тут же сразу фол. Сразу фоля. Не успела занять позицию. Мария Савина. И это будет все пробиваться теперь. Мы уже говорили, да, с тобой, что... Уже все пробиваем. Да, уже все бьется. Первые очки Малашенко в этом матче. Она один из лидеров результативности вологодской команды. Второй попадает. 17-6 за 4-25. Катя Кира пытается забрать мяч у Мишкаревой. Исаедова против Киселевой. И кто там? Катя Кира забрала мяч. Высокий темп, да? Высокий темп игры, очень высокий темп. Ой, какой второй темп. Хотелось бы, чтобы этот темп девочки сумели сохранить до конца встречи. Хотелось бы все-таки посмотреть на интересную развязку, кульминацию матча. А вот сейчас... Поставим его до чувака, ты готовится. Очень интересная замена. На площадку выйдет. Три очка забивает. Светлана Махлина. Светлана Махлина. Замечательный бросок. В составе Вологды есть кому пробить трехочковый. Там и Катя Кейру, и Маша Черепанова, и Олеся Малашенко. И вот ответные три очка. И вот забивает три очка Мария Савина. Счет 20-11 за 3-19. Катя Кейру выводит мяч. Олеся Малашенко. В отсутствие основного разыгрывающего Мор, основной разыгрывающий, мне кажется, Катя Кейру выполняет первого номера. И вот замена. Замена на площадку. Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. Лена Баранова. Мать двоих замечательных детей. Мария Баранова. Выходит на площадку. Заменяет она номер 15 Юлю Киселеву. Екатерина Нечапаева. И контратака. Олеся Малашенко Света не забивает и теряет мяч. Елена Баранова уже почти овладела. Почти получила владение. Можно было бы атаковать вторым темпом. Так, кто меняет Черепанову? Маша Черепанова ушла, вышла Лори Мор. Лори Мор вернулась на площадку. Я думаю, теперь Катя Кейра будет выполнять роль второго. Роль второго номера, скорее всего. Теряет Екатерина Чапаева мяч под давлением защитника. Катя Кейру. Лори Мор с мячом. Лена Баранова. Олеся. Катя Кейру. Катя Кейру. В сольном проходе. Великолепно забивает. Очень тяжелый мяч с сопротивлением трех защитниц. Мишкарева с мячом. Нечапаева. Заслон от Савиной. Кто там бросает? Из-за дуги бросает Колосовская. Олеся Малашенко делает подбор очередной. И Катя Кейру. Будет ли бросать сама? Прекрасная будет. Возможность. И забивает три очка Катя Кейру. Два из двух в сегодняшнем матче. Какая 10 из 25 в сезоне из-за дуги забивает Кейру. 25-11 за минуту 40. Исаедова с мячом против Лены Барановой. Оживились трибуны. Борьба на подборе. И Ксения Колосовская забрала мяч. Да. Отдала результативную передачу. Наталья Мясоедова. Это очень мягко. Воспользовались небольшой брешью в обороне вологжанок гостьи и забивают легкие два очка из-под кольца. И опять из-за дуги. Там не подбор. Точно, на подборе не справляется с подбором Олеся Малашенко.
Она боролась. Против двух защитников против очень двух тяжело подавать. Сложно. Вообще такое? Подборы на чужом щите очень тяжело даются. Судьи останавливают игру, там какая-то микротравма у Ксении Колосовской, и, наверное, будет замена. Выходит на площадку Татьяна Петрушина, номер 7, номер 15 Елена Гогия и номер 4 Мария Бакулина. Елена Гогия центровая, ростом 192 сантиметра. Остается минута до конца первого периода. Гогия с мячом. И Чапаева бросает 3 очка. Из-за дуги неточно. Мяч остается у Новосибирок. Как цепко играет, как жестко и цепко играет обе команды. Обе команды замечательно работают в обороне. Это говорит о чем? О том, что они прекрасно готовы физически. Да. Несмотря на 7 января. В прекрасной форме обе команды. Да. И почти перехватывает Мор. Со средней дистанции не совсем подготовленный бросок. Лена Баранова. Лена Баранова. Отрыв, пас, Лори Мор. Или результативную передачу отдает Баранова на Мор. 27-13 за 10 секунд до конца первого периода. Как активно поддерживают болельщики фены, фанаты, которые Елена Гогия забивает. Хорошо забивает. Красивый мяч. И со счетом 27-15 заканчивается первый период. Ну что ж, подводя небольшой итог первой четверти сегодняшней игры, хочется отметить, что в прекрасной физической форме обе команды. Замечательно обороняются, хорошо играют хорошо в нападении. Бегут, хорошо очень, борются на подборе. Да. И что хочется поздравить с замечательным дебютом Джессику Дэвенпорт. Несколько результативных действий, несколько подборов на чужом щите, забивала из-под кольца. Самые результативные игроки в составе Вологда, Чевакаты, Екатерина Кира, 9 очков набравшая. В составе Новосибирска это Мясоедова Наталья, набравшая 6 очков. Обратим внимание, что у Тани Петрушиной уже 3 фола. Я думаю, что это сыграет свою роль. А у нас на площадке группа поддержки. Группа поддержки. Очень хочется надеяться, что режиссеры нашей трансляции покажут, какой замечательный танец группа поддержки вологодской команды подготовила. А в это время нам принесли статистику. Смотрим подборы. 6 подборов у Вологды Чевакаты и 10 подборов у Динамо ГУВД. Динамо ГУВД выиграл подбор. И хочется особенно отметить статистику Кати Кейру, которая без промахов сегодня. Да, промазала один штрафной, но уверенно реализовала 2 из 2 трехочковых броска, 3 броска с игры, и как следствие 9 очков. И она лидер результативности, сделала подбор на своем щите. По броскам смотрим, 16 бросили, 9 попали. Чевакаты 56% с игры. И 18 бросков, из них 7 попаданий, 39% с игры Динамо ГУВД. По потерям. Что можно сказать по потерям? Всего 1 потеря у Вологды Чевакаты и 6 потерь у Динамо ГУВД. Это говорит о чем? Что тренер как бы дал дать указание играть девочкам пожестче в защите. Естественно, отсюда идут потери. Закончился перерыв. Закончил выступление группы поддержки. И стартовая пятерка вологжанок с небольшими изменениями. Номер 5 на площадке. Номер 5 Мишкарю Шулепова. 5 Шулепова Ульяна, которая в первой половине не выходила на площадку. Сейчас она в первой четверти ее на площадке не было. Она сейчас. Гогия с мячом проходит. Гогия и забивает мяч. Уверенно забивает. Уверенно. Наверное, не самый удобный соперник. Подвижная Гогия для более массивной и грузной Дэвенпорт. Донат. На периметре Дэвенпорт. Какая передача, какой заброс. Пас Маши Черепановой. Постукнет. Фолят. Четвертый фол дают судьи Тане Петрушиной. Я думаю, будет замена, да. Да, Петрушина. Ксения Колосовская. Мгновенная реакция тренера.
Владимира Колоскова. Недовольна Таня Петрушина. Недовольна, и будет неприятная потеря, если она сядет за фолы. Кори Морг сбрасывает мяч Кристине Аликиной. Маша Черепанова с мячом. Джессика Дэвинпорт. Хорошо обороняется Гогия против Дэвинпорт. Посмотри, как плотно, как плотно ее держит. Не дает возможности бросать. Тем не менее, промахивает, но заставляет Дэвинпорт фалить. Заставляет фалить. Ну, очень сложно. У Дэвинпорт 1.96 м, а у Гоги 1.92 м. 4 сантиметра все-таки играет свою роль. Первый, к сожалению, мажет. Реализует второй бросок. 28-17 за 9 минут 10 секунд до окончания второго периода. Мишкарева переводит мяч. И показывает комбинацию. Там два больших наверху. Ставили и заслон. Ксения Колосовская с мячом. Пытается обыграть Машу Черепанову. Гоги подбирает мяч. Очень и уверенно подбирает и забивает. Два очка. Лори Морг пытается там. Сложно Дэвинпорт держать Гогию в защите. Собственно, все 6 очков, которые Гогия забила, Дэвинпорт зевнула. И сейчас Дэвинпорт в атаке. И левой рукой какой? Левой рукой, своей сильной рукой забивает. Ксения Колосовская с мячом. Пас Нечипаевой. Номер 4 это Бакулина. Нечипаева с мячом. Двоечку они сыграли. И Бакулина забивает. Очень красиво забивает. Очень красивый бросок. Лори. Так. Маша Черепанова. Маша Черепанова разыгрывает. Да, показывает двоечку, просит поставить заслон. Разыгрывает Черепанова, как следствие, аут. И не находит себе места на площадке. Лори Мор. Не привыкшая к роли второго номера. Оживились там болельщики в углу. Группа поддержки. Ух, какая Дэвинпорт левой рукой. Два очка. Брешь в обороне у Новосибирок. Как? Нет, она изящно обманула Гогию. Мишкарева с мячом пас. Интересная дуэль центровых. Гогия Дэвинпорт. Во-первых, центровые взаимозаменяем. Мишкарева бросает. Не попадает. Уля Шулепова подбирает мяч. И сама же выводит его. Вот мяч. Лори Морт. Джессика с мячом. Маша Черепанова. Черепанова. Дэвинпорт со средней дистанции левой рукой. Там как борется. Не попадает. И опять с мячом. И мяч остался у нас. Кристина Аликина решила не думать. Поставила. И забивает со средней дистанции мягким кистевым бросочком. Уверенно так. Очень уверенно и красиво. 34-21 за 6.50 до конца второго периода. Ксения Колосовская с мячом. Проходит, скидывает на Мишкарева. Мишкарева бросает. Не точно. Там на подборе опять. Ксения Колосовская подбирает, забивает. Гогия забивает, по-моему, с фолом. Нет. Нет, Колосовская. Колосовская, потому что она встает на линию штрафных. Кто встает на линию штрафных? Ксения Колосовская. Номер 12. Номер 11. Вышла на замену номер 11 Мария Савина. Она поменяла Марию Бакулину. И выходит номер 31. Это Ольга Соколовская. Она поменяла кого? Мишкареву. Я думаю, что она будет играть первого номера. Немножко нужно дать отдохнуть плеймейкер. Попадает Ксения Колосовская. Это пятое ее очко. Еще 34-24, 10 очков за 6.35. Маша Черепанова. Хорошая попытка перехватить мяч. И тут же замена. Катя Кейро меняет Лори Мор. И Светлана Махлина будет менять Машу Черепанову. Хорошая ротация, да, в команде? Да, да. Тренер дает возможность всей скамейке поиграть. Катя Кейро пытается там. Прессингует. Да, Савина с мячом, Ксения Колосовская переводит. Савина опять ищет Мясоедову.
не доводят мяч до адресата, хорошо играют в обороне. Я думаю, что они пытаются загрузить центровую, который Катя Кейру. Опять Кейру! Замечательный кинжальный проход. Разрезает оборону, как горячий нож маслом. Соколовская с мячом ищет Исаедова и Чапаева. Пас Исаедовой против Дэвинпорт. Да. Два очка. Исаедова. Это 8 очко. Она самая результативная пока в составе своей команды. 36-26. Света Махлина с мячом. Пас Ули Шулеповой. И из-за дуги атакует. Кому свистят судьи пол? Новосибирску. Номер 8 это Нечапаева. Екатерина Нечапаева, второй. Дают возможность тренеру отдохнуть. Дэвинпорт, основной центровой команды Чуваката. И вышла Юлия Киселева. Юлия Киселева, самая пол нападения. Самая высокорослая в вологодской команде. Киселева. Рост ее 2 метра ровно. Юлия Киселева, второй пол. А пол Юлии Киселевой, она получает фол в нападении. Да. Мы думали, что это Света Махлина. В составе Новосибирска тоже происходит замена. Вышла на площадку номер 9, Наталья Потемина. Она поменяла у нас Екатерину Нечапаеву. Соколовская с мячом, пас Колосовской. Потемина, Исаедова, опять Потемина, Колосовская. Нашли Исаедову. Я думаю, ей будет сложнее против Юрия Киселевой. Очень уверенно против Киселевой забивает. Сложный бросок. И какая обидная потеря Светы Махлиной. Двойная замена. Двойная замена. Да. Вологды. Выходит Маша Черепанова и Олеся Малашенко. Они поменяли Улю Шулепову и Кристину Аликину. С калейдоскопической быстротой проходят замены в обеих командах. Не успевают устать. Ну, потому что очень активная защита, и тренер поэтому как можно чаще старается поменять игроков. Ксения Колосовская очень хорошо обыграла, но не попала, к сожалению. Контратака команды Чуваката. С мячом. Как она хотела обыграть, ты заметил? Да. Такая хорошая координация, чувство. В это время Катя Кейру на периметре сигнализировала, просила мяч. Она готова получить и забить. Была готова забивать с дальней дистанции. Ну, Света Махлина по-своему решила этот бросок произвести. Первый попадает в штрафной. Первый попадает. И второй попадает. 38-28. 4:40 до конца второго периода. Очень хорошо с реализацией лучше штрафных. Да. Кто лучше по штрафным? Вологда, Чуваката. В среднем сезоне Плешкова Анна забивает все штрафные, которые... К сожалению, Плешкова Анна, по-моему, травмирована. Она восстанавливается. Да, ее сегодня на площадке нету. А из тех, кто присутствует, Олеся Малашенко. Олеся Малашенко. 88 из 100 забивает с линии штрафных. А в целом команда 60%. 6 из 10 забивает. За игру. О, какая... Какую хитрую передачу хотела сделать Юлия Киселева Маше Черепановой. И очередной фол на Маше Черепановой. Замена. Номер Мария Савина, третий фол. 11. Мария Савина получает третий фол. Первый попадает. Забивает. Легко и изящно попадает Маша. Хочется дождаться протокола после за первой половины. Период? Да. Но мы дождемся обязательно и обсудим подбор Юлии Киселевой. Но там было 3 защитника. Немножко сложновато ей было даже с ростом 2 метра. И бросает, забивает. Номер 11. Номер. Мария Савина. Мария Савина. 3 очка. 39-31. Плюс 8 всего лишь осталось у Волга Чувака. За 3:40. Мне кажется, они начали немножко почивать на лаврах. Да, называется. Да. И Катя Кейру. Третий из 3 штраф. Реализует 3 из 3 Катя Кейру в сегодняшнем матче из-за дуги.
11 из 28 в сезоне. Замечательный процент. Савина в проходе. Забивает Савина. Прикормила не точку, Савина, что называется. Да, забила Наталья Потемина. А, Потемина? Да, Потемина. Значит, передачу отдала вся Савина. Команда прикормила точку. Савина забила из-за дуги. Немножко Маша, заступив за дуги. В проходе. Черепанова. А какой блокшот Мясоедова поставила? Под блокшот Мясоедовой попадает Черепанова. Мешкарева в проходе. И сразу контратака. Черепанова Маша подбирает. Не торопится. Селева Черепанова. Черепанова бросает. К сожалению, не точно из-за дуги. Остается 2 минуты 25 секунд с мячом Динамо Новосибирск. Остается 9 секунд, уже нужно что-то делать, решать. Время на атаку. И вот первый тайм-аут берет команда Волода Чиваката. Да. Хорошо. Интересно, что сейчас будет рассказывать Ольга Шуникина. Как ты думаешь? А я думаю, она поздравит девчонок с Рождеством? Наступившим Рождеством, пожелает успехов в спорте. А давай послушаем. Не дают нам послушать, диджей. This is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard she ends up with permanent brain damage. Dead in this vehicle. The girl is critical. They say the guy without this. Юлия Киселева, Света Маклина, Олеся Малашенко. Пас Юлии Киселевой. Остается 7 секунд. 7 секунд на атаку. И Катя Кейру со средней дистанции. Напрасно Катя Кейру испортила идеальные показатели. Ну там уже, извини меня, уже закончилось время. Нужно было отдавать передачу под кольцо. Но 3 из 4 из-за дуги, это 75%. Это очень хороший показатель. Лосовская с мячом, Савина. Савина из-за 3. Из-за дуги не попадает. Фол. Кому? Неужели номер? Неужели 3 броска это будет Малашенко выполнять Савина? Олеся Малашенко. Малашенко и первый фол. Лосовская получила мяч, там делают двоечку с Мясоедовой. Хороший заслон. В проходе Юлии Киселевой. Фалят. Юлии Киселевой. Фалит Юлия Киселева. Третий фол. Самое время, чтобы призадуматься над и тем, четвертый чтобы... командный за минуту 30. Чтобы заменить, наверное, все-таки Юлию Киселеву. Ксения Колосовская мажет первый. Не останется больше центровых в резерве вологодской команды, если... Есть Дэвинпорт. Дэвинпорт. У нас есть Елена которая... Баранова. Дэвинпорт не сможет играть без замен. У нас есть Елена Баранова. Маша Черепанова с мячом нашла Олеся Малашенко. Малашенко, Черепанова. Черепанова со средней дистанции. Киселева. Со второй, третьей попытки. И Фалят на Черепановой. Одна против четверых. Фалят на Черепановой. Очень самоотверженно борется Маша Черепанова. Суровая борьба под кольцом новосибирской команды. И два броска. Все умьется.
и там, и там. Первый попадает. И второй попадает. 44-34 за минуту 10 до конца второго периода. Мишкалёва разгоняется. И пробежка. Очень хорошая реализация штрафных бросков у команды «Вологды» сегодня. Да и, собственно, с игры попадают тоже очень уверенно. При всем при том, что довольно плотно обороняются. Опекает их защитница, да? Олеся с мячом. Машинка. Забрас на Юлю Киселеву. Киселева! Полукрюк! Не точно. Мясоедова там подобирает мяч. Юля боролась, коснулась, но мяч ушел в аут, к сожалению. В атаке Новосибирск. Мишкарева. Мишкарева с мячом. Показывает комбинацию. Показывает комбинацию. Савина, Савина переводит. Набрасывает на центровую. Фол Юли Киселевой со спины. Четвертый фол Киселевой. Я думаю, будет сейчас, наверное, я думаю, замена. Очень своевременно будет, если Киселеву заменят именно сейчас. Джессика зовет главный тренер. Джессика Дэвинпорт. И Джессика Дэвинпорт сейчас замена, будет менять Киселеву. Джессика, Наталья Джессика. Наталья Мясоедова показывает, что это мой игрок. И она будет пробивать же два штрафных. Аплодисментами. То ли провожают, то ли встречают, да, игрока на площадке. Я думаю, что и провожают, и встречают, потому что хорошо, хорошо, хороший отрезок игровой выдала Юлия Киселева. И 44-35 за 39 секунд до конца второго периода. Катя Кейро. Мячом. Пас Алисе Малашенко. Джессика Дэвинпорт. Дэвинпорт. Дэвинпорт на своей излюбленной позиции, близко к трехочковой дуге. Теряет мяч Катя Кейро. И сразу пытается Я отобрать. Думаю, это последняя атака будет. Осталось 14 секунд. Мясоедова. Одна из последних атак. Мясоедова не забивает. Остается 7 секунд на атаку. 7 секунд на атаку, но нужно реализовывать. Нужно забивать, нужно бросать, и не забивает. Ну, красивый был проход, практически попал. Очень красивый, уже, выплевывает кольцо, родное кольцо выплевывает мяч. Что-то у нас с табло случилось, все сбилось. Да, дождемся статистики за первую половину. Хочется посмотреть, как пробивали штрафные обе команды. Потому что, мне кажется, только два раза промахивались волокжанки из-за дуги, из линии штрафной. А намного больше, да. Сейчас нам принесут статистику. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. И позвольте поздравить вас с замечательным игровым отрезком, который вы выдали в первой половине встречи. Вот касательно вашей последней нереализованной трехочковой попытки, у вас не возникала мысль, что лучше все-таки как-нибудь другой вариант для развития атаки выбрать, отдать мяч под кольцо, потому что 100% это не 75%. Это была не трехочковая, а двухочковая. Двухочковая. Да, но треху я больше не бросала. Это игра, я играю по ситуации, я была одна, я бросаю. За вас мало секунд, я не знаю по ситуации. Я не жадничаю никогда. Но в любом случае поздравляем вас и с командным успехом, и с вашим личным. У вас замечательные показатели. Желаем не унывать и довести дело до хорошего результата. Нужно выигрывать. Ну, конечно, это на самом деле не показатель, еще много времени, поэтому надо играть дальше. Спасибо, удачи. Спасибо, до свидания. Интересного. Ты говорил про штрафные. Штрафные 80%. 12 из 15 Волга Чувака. Замечательный показатель. И 3-6 у Динамо ГУВД. Очень мало пробитий штрафных бросков. Что у нас с бросками из-за броски, дуги? Броски с
игры давай посмотрим. Давай с игры. 14 из 32, 44%. Абсолютно одинаковые проценты. 15 из 34, тоже 44% у Динамо ГУВД. И увереннее чувствует себя Вологда из-за дуги. 4 из 7 забивают волокжанки, 2 из 9 новосибирки. Подборы. 16 подборов у Чевакаты и 20 у Динамо. Но разница в счете есть, да? Как ни странно, почему-то. У Динамо 13 свой щит и 7 чужой. Они выиграли чужой щит. У Чевакаты 11 подборов на своем щите и 5 подборов на чужом. Что нас еще интересует? Потери. 3 потери у Чевакаты и 9 потерь. Многовато, я бы сказала. Потерь для Динамо ГУВД. Лучшие игроки. Самые результативные. Конечно, Екатерина Кейру. 3 из 4 из-за дуги. 14 очков в первой половине. И Мясоедова 11 очков у команды Новосибирска. Да. А мы не видим туда. Что мы еще можем сказать? А, собственно, статистические показатели хорошо отражают общий счет игры. Общий счет игры 44-35. Очень хотелось бы дождаться все-таки напряженной концовки. Именно чтобы не было ощущения того, что игра проходит, что называется, в одну калитку. Я бы хочется, так не сказала. Тем не менее, хочется более острого соперничества, хочется тактических замен, хочется, чтобы в заключительном отрезке фалили обе команды. Но по информации, которая у нас есть, команда Новосибирска приехала без двух травмированных лидеров. И при том, что подсела Таня Петрушина, у нее 4 фала, да? Уже 4 фала у Новосибирска. А в команде Вологды это Юлия Киселева. 4 фала у Киселевой. Давайте прервемся на рекламную паузу. На рекламную паузу. Счет. This is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard she ends up with permanent brain damage. Funky, funky.
like you. Three dead in this vehicle. Charlotte's critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. No seatbelt, no excuse. From DOE, supported by AXA Insurance. Да. 44-35 счет первой половины, уважаемые сети зрители. Мне так нравится это слово. Сети зрители? Да, это слово придумал, кстати, Роман Аладьев, наш технический директор. Но мы стараемся идти в ногу. По статистике, разобрали вы статистику уже первой половины, да, Свет? Да, разобрали. Одинаковое совершенно количество. Попадание с игры 44%. Но я обратил внимание, что Вологда не теряет мяч практически, ну, да? Три потери за первую половину. Это... И в три раза больше. Я думаю, эта цифра Ольга Александровна Шунейкина может быть довольна сегодня. По крайней мере, после первой половины. Ну, я вот слышал, в минутном перерыве она просила играть девочек как можно активнее и получить гол до атаки, так как у них не было фолов. 9 потерь у Новосибирска. Потери вынужденные, не вынужденные? Я считаю, что да, потому что очень активная защита. Прессинг, да, очень временами, да? Очень активная защита, да, и, естественно, отсюда идут потери. Ну вот, команда выходит на вторую половину, и ассистент главного тренера Владимир Крашенин сейчас подойдет к нам. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы первой половиной этого матча? Как проходит? Ну, я скажу так, первой четвертью мы очень довольны, то есть команда хорошо сыграла. Вторая четверть пошла, к сожалению, не так, как бы хотелось. То есть мы не справились в защите, не справились прежде всего с высокими игроками, поэтому сделали выводы. Сейчас будем играть немножечко в другую игру. Смотрите, центровая ваша... Мария Киселева. Юлия Киселева набрала 4 фола. Если она наберет 5-е персональное замечание, как вы будете удерживать центровых команды соперника? Ну, к нашему счастью, на этой позиции у нас достойно есть замена равноценная. Это и Джессика Дэвенпорт, и Елена Баранова. Тут у нас нет каких-то затруднений. Я думаю, что мы справимся. Желаю вам успеха. Доводите эту игру до логического завершения. Нужно побеждать. Спасибо. Спасибо.
Галина Кожевникова, помощник главного тренера команды ГУВД Новосибирск. Галина, скажите, что не так в игре команды Новосибирска? По-моему, у нас все так. Мы пока довольны игрой своей. Вы довольны игрой? Да. Просто у нас, конечно, трудности с составом. Два игрока основного состава выпали, пока не восстановились. А так девчонки показывают все то, что они умеют, борются. На подборе, как было им сказано, не дать подобрать, так и играют нормально пока. Спасибо вам большое. Немножко в защите вот не справляются. А так все. Спасибо, желаем удачной игры. Спасибо. Началась вторая половина матча с комфортным, можно сказать, преимуществом команды Вологды. Ушли на перерыв. И небольшие изменения в стартовой пятерке вологжанок. Девинпорт, первая атака, сразу результативная и с фолом забивает. И опять своей золотой левой рукой. Мяч в защиту Наталья Мясоедова. Наталья Мясоедова получает первый фол. Джессика забивает левой рукой. Номер 6. Елена Мишкарева с мячом. Таня Петрушина, несмотря на то, что у нее 4 фола в составе вышло, да, в старте. Изменения в стартовой пятерке у вологжанок. Катя Кейру вышла. Саедова с мячом. Пас. Ксения Колосовская, забивает. 2 очка. Забивает Колосовская. 47-37. Лори Мор. С мячом Кристина Аликина. Пас Свет Ямахлина. И в каком? Жестко проходе, останавливает, да, ее. Шестой номер Мишкарева Елена. Номер 6 Мишкарева Елена. Это первый фол. Второй командный. Первый фол. Большие проблемы могут начаться. Кристина Аликина с мячом подняла. С фолами у Новосибирска. Хорошо подняла номер 11. Это Мария Савину на показе. И легкие 2 очка в проходе. Мишкарева показывает комбинацию. Он просит за сломом большого. Какое-то другое решение. Перехват. Перехват Лори Мор. Перехват у Мор. Он вдвоем пытается прессинговать ее. Опять нарушают правила новосибирки. Да, номер пол. Не согласен. Thank you.
что-то скандируют болельщики. Кристина Аликина получает мяч. Идет в проход. Света Махлина. Из-за дуги забивает Махлина. Какое-то попадание за сегодняшнюю игру у Вологды. У Вологды это... Да, трехочковое попадание. Сейчас скажу. Это пятое трехочковое попадание вологодской команды. Пятое, да. И в нападении судьи дают... Кому? Аликину? Синим. Нет, нет. А, видимо, это обоюдный фол. Второй фол. Третий фол Мишкаревой. Большие проблемы могут начаться ближе к концу встречи у Новосибирска, потому что очень много фолов. Какой перехват Светы Махлиной. Очень хороший перехват. Два очка. Аплодируют ей зрители. Я думаю, она одна из любимец. Махлина одна из лидеров с результативности вологодской команды. 12 очков сегодня набирает. Очередной перехват там Катя Кейру. Катя Кейру перехватывает. Несет и быстро отрыв. Молчит свисток, хотя вдвоем. Катя Кейру 3 очка. Кейру. Мажет, но подбор такой, как красиво. Ой, красивейший бросок забивает Аликина. Мишкарева с мячом. 56-37 за 7 минут 36 секунд до конца третьего периода. Савина с мячом против Кристины Аликиной. Она. Мишкарева против Лори Мур. Мясоедова. Света Махнина с мячом. Джессика. Наведение обкрадывают центровую нашей команды. Да, Петрушина и пробежка. И Фоляк. Пробежка. И минутный перерыв берет Динамо ГУВД Владимир Колосков. Очень своевременный тайм-аут берет. Потому что сейчас все те проблемы, которые у них накопились с фолами, мне кажется, нужно решать. По 4 фола. 4 фола имеет Петрушина, по 3 у Мишкаревой и у Савиной. Это безусловные лидеры команды. Ну, я думаю, Мишкарева это основная разыгрывающая в данный момент. Новосибирска. Ольга Шунейкина там рассказывает во время минутного перерыва, что она хочет увидеть в защите. Крупным планом должны сейчас наши режиссеры дать тренерский мостик, да. Закончил выступление группа поддержки. Команда выходит на площадку. В составе Новосибирска вышла номер 31 Ольга Соколовская. Она поменяла Мишкареву. Все-таки изменения в состав внесли тренер новосибирской команды. Гогия Елена. Она поменяла Савину, Юлию. Так. Джессика с мячом, пас Кейру. Что-то мне напоминает зонную защиту у Новосибирска. Потому что в гордом одиночестве на дуге стояла Дэвинпорт. Света Махлина. Из-за дуги Махлина забивает! И становится лидером результативности вологодской команды. 15 очков на ее счету. Соколовская с мячом. Пас Гоги. Заброс на Мясоедова. Тяжелый бросок. Какой подбор. Кристина? Да. Разгоняет. Ух ты. И результативная передача Махлиной. Благодарит она Джессика Дэвинпорт Свету Махлину за такую передачу. Очень удобная, классная передача. Прямо своевременно она ее увидела. Вовремя, не зря большой игрок бежал. На второй эшелон. Заброс на Гогию. И Гогия забивает. Гогия забивает. Не успела немножко Дэвинпорт. Не прочитала ситуацию.
Лори Мур с мячом. По-прежнему зона стоит. Зона стоит. Из зоны проще убежать. Может быть, это и пытается сделать. Кейру. Волосков. Портит свою трехочковую статистику немножечко Кейру. Главное, чтобы была статистика у команды хорошая, чтобы она выигрывала как можно больше игр. Перегоняет мяч Света Маклина, пас Кристине Аликиной. Аликина теряет мяч. Ксения Колосовская. Отбирают мяч у Аликиной, так правильнее все-таки сказать. Защитница забирает мяч. И забивает. Вот вторая атака вторым темпом. Мясоедова Наталья забирает свой... Свое 15-е очко, а нет, 13-е очко забивает Мясоедова. Безусловно, лидер результативности в команде Новосибирска. Цифровой лидер. Дэвинпорт. Заброс, да, Дэвинпорт и левой рукой. Чуть-чуть не попадает она. Очень уверенно обороняются. Не дают ей бросать. Что, свистят судьи, свистят пол? Сейчас на линию штрафных Соколовская должна встать. Колосовская. У них есть в составе и Колосовская, и Соколовская. Светлана Маклина первый фол. Дает. Так что здесь, возможно, чисто фонетическая путаница между этими двумя. Да, Колосовская, Соколовская. Похоже. Давай будем звать их по именам. Оля и Ксения, а всех остальных по фамилиям. Значит, у нас Оля забивает первый штрафной. Вторая попытка тоже точная. Точная. 61-43 за 5 минут до конца третьего периода. А у нас тем временем произошла замена в составе Вологды. Вышла Олеся Малашенко. Она поменяла Кристину Аликину. Не получился заброс. Хорошо сыграли защитницы. Не дают Дэвинпорт принимать мяч. И вот готовится золотая замена. Я думаю, мы знаем, что поменяет Елена Баранова. Ксения с мячом. Там помогла этому перехвату Света Маклина. Прочитала эту ситуацию. Очень, очень четко видеть ситуацию. Три очка! Маклина! Опять Маклина! 18 набирает Маклина! Очень четко видит ситуацию на площадке тренер вологодской команды. И очень своевременную замену готовит. Вместо Дэвинпорт сейчас должна появиться Баранова. После серии нерезультативных, неуверенных действий Дэвинпорт, она, скорее всего, сейчас площадку покидает. А вместо Кати выходит Маша Черепанова. Дэвинпорт покидает площадку, и Маша Баранова. Ну, Дэвинпорт уже тоже набрала 12 очков. Замена. Маша Черепанова. Елена Баранова и Маша Черепанова, простите. А у Новосибирска ушла Соколовская и вышла Потемкина. Потемина. Первый попадает Лори Мор. И второй, к сожалению, мажет. Гогия появилась еще также на паркете. Мишкарева. Колосовская Ксения. Какая скидка. Получилось бы, но там защитница увидела. Маклина, результативная передача на Баранову! 67-43 за 3:36 до конца третьего периода. Два больших наверху ставят заслон Мишкаревой. Гогия с мячом заброс на Мясоедову. Мясоедова бросает через Лену Баранову. Лена сама же подбирает. И делает подбор. Маша Черепанова. Мешают Черепановой свой подбор. Ольга Шинейкина показывает, что нужно сыграть, подсказывает игрокам на площадке. Олеся Малашенко с мячом. Какая красивая комбинация. Отдал, вышла. Вроде простенькая, но результативная была бы. Уверенно играет под своим щитом команда Новосибирска. Практически ни одного подбора под своим щитом не отдают команде соперниц. И вот минуты перерыв берет команда Вологды. Ольга Шинейкина. А в это время выбегает группа поддержки. Ты видел когда-нибудь такое количество в составе группы поддержки? Такое количество и такой большой возрастной диапазон. От маленьких деток до взрослых девушек. До девушек выступает. Хорошая, разнообразная танцевальная программа.
Мне кажется, прибавилось зрителей. Тебе так не показалось? Да. Да. Зал практически заполнен. Почти заполнен зал. Хорошо, когда такая поддержка трибун. Это очень помогает и поддерживает. Зрители благодарят группу поддержки своими аплодисментами. Тайм-аут закончился, и судьи просят команды выйти на площадку. Алексей Чудин подходит. Команде просят выйти девочек на площадку. Мяч будут выбрасывать из-за боковой «Динамо» Новосибирск. Мишкарева с мячом. С нее Катя Геева, Колосовская Ксения. Исаедова. Потемина там пытается получить мяч, не получается. Вот она получила. И из-за дуги атакует. Елена Баранова. Спасает мяч, ну, Лена Баранова. После подбора, да, она приняла участие, мяч остался у Чеваката. Я думаю, что подбор тут запишут все-таки на нее, не на Катю Кейру. Лена Баранова, пас. Алиса Малашенко, Маша Черепанова, Света Махлина. Проход до лицевой, можно было атаковать. И секунда осталась, 2-1. Алиса Малашенко бросает. И там на подборе еще борется Маша, и опять выигрывает. Обнуляется мяч. Секундомер, и опять 22 секунды на атаку есть. Катя Кира показывает комбинацию. Ух, как красиво сыграно. Лена Баранова. Он против Мясоедовой. Выпрашивала фола на судьи. И не свистит пробежку судья. Говорят, по новым правилам это уже не пробежка. А, знаешь, она остановилась на полностью ноги. На две ноги и то сделала два шага. Шаг, по-моему. Шаг, она оторвала вторую ногу. Но остановилась она на две ноги. Я бы такое нарушение свистел. Ну, зрительно кажется пробежка. На самом деле нет. Мишкарева с мячом показывает. Тем более, что почти вся вологодская скамейка показывала пробежку, да. 7 секунд остается, 6. Тоже будет делать. Нет времени на атаку. Нету вариантов. И она забивает почти со сиреной. 67-45. За минуту 30 до конца третьего периода. Отстояться. Обязательно отстояться. Катя Кейру с мячом. Олеся Малашенко. Малашенко, Баранова. Надо быстрее, мне кажется, гонять мяч. Очень долго дирижирует, против, дирижирует игрой. Лена в проходе. Лена забивает 2 очка с фолом и становится на линию штрафных. Давай считать, показывает. Тренер вологодской команды дирижирует игрой, прямо диктует направление передач. Лена Баранова на линии штрафных. И попадает. Это опыт, это хладнокровие, это мастерство. 70-45, за минуту 5 секунд до конца. Мясоедова с мячом. Савина. Ксения Колосовская. Баранова подбор. Вперед очередной подбор. А тем временем мы заметили, что в Вологде вышла номер 18. Это Александра Столяр. Номер 18. Александра Столяр. 92-го года рождения. Это ее первое появление в этом сезоне, в этом году, и второе в сезоне. И она отметилась одним трехочковым броском, одним двухочковым броском, и в этом сезоне набрала 2 очка. 2 очка есть, для начала, да. Неплохо. Не часто она появляется. Мне кажется, определенную уверенность в результате сегодняшней встречи уже обрели на тренерском мостике вологодской команды, если дают возможность молодым игрокам поиграть. И это очень хорошо. Молодежи нужно доверие. Молодежи нужно. Доверие, уверенность, она потом скажется. Кейру с мячом, Лена Баранова. Кейру, Баранова. Маша Черепанова. Баранова.
Симонова! Отдает передачу! Изумительную передачу отдает Баранова. Конфетку, я бы сказала, конфетку. После такой передачи невозможно не забить. 32-48 за 10 секунд до конца третьего периода. И 7 секунд на атаку. Это атака результативная. Я думаю, не успевают, не успевают. На ответную атаку. 72-50 закончился с таким счетом третий период. 22 очка. 22 комфортное очка. Преимущество. Ни в коем случае не расслабляться. Это женский баскетбол, где все так непредсказуемо. Я думаю, Ольга Шенигина скажет об этом сейчас. В перерыве между третьим и четвертым периодом обязательно девочкам, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Спасибо. Нам принесли статистику. Из-за трехочковой 50%. Очень хороший показатель у вологодской команды. 20 у Динамо ГВД. С игры. 50% с игры у Чевакаты и 48% у Новосибирска. Примерное равенство. Во многом благодаря успехам вологодских дальнобойщиц имеется вот такой комфортный очковый задел. Да, Света Махлина набросала сегодня 4 попадания из 5. И 18 очков на ее счету. При этом, что у нас с бросками штрафными? Штрафные броски. 6 из 9. Черепанова. 6 из 9 Новосибирск. 15 из 19 штрафных забивают вологодцы. Чуть-чуть подбортили процент. Был 80. Подборы. Абсолютное равенство. 24 подбора у одной команды и у второй команды. Плюс 7 потерь у Чевакаты и 17 потерь у Новосибирска. Это очень много. Но это, опять же, результат активной защиты. Угу. Начинается четвертый период у нас на площадку. Не стартовая пятерка у вологжанок на площадке, нету Дэвинпорт. Давай объявим, кто есть. Вологда, Лори Мор, Мария Черепанова, Юлия Киселева, Олеся Малашенко. И 18-й номер Столяр Александра. Да, Столяр Александра. У Новосибирска. У Новосибирска практически стартовая пятерка. Засасывает мяч. Долго думал мяч скатываться ему в кольцо или нет. Очко, по-моему, Мясоедовой. Или 17. Нет, 17. 17 очков. Лори Мор показывает комбинацию, а время-то идет. Часики тикают. Продолжает стоять зона Новосибирск. Заброс на Юлию Киселеву. Мяч возвращается к Маше Черепановой. И 3 очка. 3 очка Черепанова. 3 очка судья показал. Черепанова разменивает. Двузначными становятся ее очковые показатели. 11 очков набирает Черепанова. Очень результативно сегодня играют. У четырех вологжанок в графе результативности двузначные показатели. А у Новосибирска у двоих. У Ксении Колосовской и Мясоедовой. Натальи. Лори Мор с мячом. Маша Черепанова заброшена Олесю. Такая хитрая передача Юли Киселевой. Не очень удобно. Низко был послан мяч. Отскок. Не смогла она его выловить. И Новосибирск начинает очередную свою атаку. Мишкарева с мячом. Отдает Наталье Потеминой. Потемина Савиной. Потемина сама бросает. Очень уверенно и красиво, с сопротивлением. Лори Мор с каким дриблингом преодолела сопротивление. Ай-яй-яй-яй-яй. На ровном месте. Ну, так бывает. Немножко потерял концентрацию. Прием. И Мишкарева со средней. Маша Черепанова. У Череповой выцарапывает маленькая подбор. И фалит Черепанова. У Маши Черепановой это второй персональный замечание. Первая командная. Довольно спокойно с персональными замечаниями и комфортно чувствует себя Вологда. Да. И абсолютно некомфортно ГВД Новосибирск. Александр Столяр.
Александр Столяр судья. Еще один фол. Еще один фол на приеме. Очень близко она играет с ней. И вот уже три команды замечания. Мишкарева выносит мяч. Мясоедова. Все-таки забрали защитницу Юлию Киселева. Да. Передачу без адресата. Передача ушла. Отдавала Киселева. Мишкарева. Воспользовались, перехватили мяч. Практически справилась защитница сейчас Александра Столяр, но в ауте оказалась. Выбрасывают из аута новосибирцы. Новосибирки. Еще один аут. Тем временем 4 секунды осталось. До конца атаки. Мало времени на атаку. Практически получить и выбросить. Паркет немножко протерли после падения Ксении Колосовской. Саедовый заброс, быстрый бросок. Ой, на Ксении палят. Это четвертое командное персональное замечание. И все та же Александра Столяр. Три фола Столяр за очень короткий промежуток времени получает. Ну, она держит нападение с одного из активных игроков, сам, я бы сказала. Ксения Колосовская, она очень подвижная, очень быстрая. Ей не так просто справляться. Не дают реализовать штрафную болельщики команды Вологды. Второй попадает. 75-55. 20 очков. 20 очков, 7,5 минут. Осталось до конца четвертого периода. И готовится замена у Вологды номер 5. Из-за дуги. Не точно, Шулепова. Юлия Киселева подобрала мяч. И фол свистят. У Шулеповой это... Она будет третья менять. Игра в сезоне. Номер 8 она меняет. Мария Черепанова. Прекрасно отборовшийся промежуток времени, который она была на площадке. Благодарит ее тренер Ольга Шунейкина и Владимир Крашенин. Да, состав Новосибирска вышла номер 15. Ольга Елена Соколовская вышла. Все остальное без изменений. Ксения Колосовская, Потемина и Лисаедова. Первый, к сожалению, мажет. Но мы знаем, что у Юлии Киселевой не очень Юлии хорошо. Киселевой не очень уверенные штрафные броски. А что в среднем старается. По сезону? У Киселевой в среднем по сезону она штрафных забивает 8,3%. Лишь 3 из 36. Практически как Шакил О'Нил. Какой сложный мяч. Очень забивает сложный мяч Мясоедова. С разворотом. Наталья Мясоедова. И Мясоедова становится абсолютным лидером результативности среди обеих команд. Да. 19 очков она набрала. Сидит еще одна замена. Света Махлина готовится поменять кого-то из игроков. Какая красивая передача. Забивает. И Малашенко. 2 очка. Малашенко. 77-57 за 6:33 до конца четвертого периода. Ольга Соколовская. Саедовый пас Соколовской, заброс. Гоги вылавливает. Вроде бы поймал. Уже не дают принять мяч. Сразу несколько защитниц на ней сидели очень плотно. Лори Мор. Юлия Киселева. Мать Киселева. Как она хотела Фалят. Сейчас бросить хитро. Фалят. Фалит, по-моему, как Мясоедова. Раз Мясоедова. Наталья Мясоедова. Это у нее второе персональное замечание. И замена. И Александра наш лидер Столяр. Результативности Махлина. Светлана меняет Александру меняет Столяр. Столяр. В
Мне кажется, зал даже немножко замер, когда Юлия пробивает штрафные. Да. Они сопереживают ей. Очень нужна поддержка. Я посмотрела сейчас. Вышла. Не забивает. Джессика Дэвинпорт, она не села ни на стульчик для замены, она села рядом с режиссером, с оператором за камерой. Перехватывают. И Уля. Трехходовочка, засчитывают два очка. Нет, не засчитывают, была пробежка. Не засчитывают судьи. К сожалению, пробежка. Джессика поменяла Юлию Киселеву. Мишкарева с мячом, Колосовская. Зону встали Чеваката. И Чапаева с мячом. Колосовская, 3 очка. Забивает очень хороший, 77, красивый бросок. 77-60. Практически без подготовки. Приняла и сразу выстрелила. И выстрел какой точный. Точный. Яблочко. Да. И почти перехватывает. Спорный мяч. Спорный мяч. Спорный Малашенко мяч, с маленькой. Малашенко с Мишкаревой. А, нет, по очередности владения. Да, по стрелочке владения Волга Чеваката. Это было очень давно, когда игроки выпрыгивали в круге. Видишь, об этих изменениях в правилах меня оповестить не удосужились. Олеся Малашенко бросала трехочковой. Ксения Колосовская подобрала этот мяч после промаха. Гогия с мячом. Мишкарева. И основная разыгрывающая Мишкарева. Мишкарева, да. Гоняет они мяч. Всеми атаками руководит Мишкарева сегодня в новосибирской команде. Чапаева, 3 очка. Шулепова подбирает мяч, отдает Лори Мор. И Ольга Шунейкина. Без малого 5 минут. Давай в отрыв. И Света Маклина. Маклина! 20. Разменивает 20 очков. 79-60 за 4.35. Нечипаева с мячом. Не знает, кому отдать. Гогия. Нечипаева. Заброс. Но Мясоедова чуть-чуть не попадает. Джессика Дэвинпорт снимает мяч. И не пользуется своей возможностью Мясоедова стать абсолютным лидером результативности. Своего рода дуэли результативности у нашей Маклиной и Мясоедовой. Оля бросала трехочковый, не попала. И Мишкарева подбирает и несется в отрыв. Нечипаева с мячом. Мишкарева. Нечипаева. Что же будет делать? Колосовская на последнем. Фалят на Гоги. На Гоги или на Мясоедовой. Два броска показывают. Замена. Кто встает на линию штрафных? Замена в составе Волга Чеваката. Вышла Екатерина Кейру меняет Баранова. И Елена Баранова поменяла Олеся Малашенко. Я обратила внимание, что Наталья Мясоедова практически без замены, по-моему, играет. Нет? Да, отсюда и результативность. Мне кажется, она даже и не садилась. Нет, все-таки она заменялась. Она сыграла 25 минут до. Первый попадает Гогия. Попадает. Уверенно реализует штрафные. 79-62 за 3.37. По-прежнему стоит зона и там, и там. Катя Кейро. Шулепова. Кому она отдавала мяч? На деревню к дедушке. Ну, они немножко не поняли друг дружку, я думаю. А в составе Новосибирска появился у нас игрок под номером 14. Оксана Хорошавина. Гогия с мячом. Гогия. Индивидуальный проход. Лена Баранова подбирает выстрел очередной молоко. Подбор. Пас Кате Кейру. Отправляет Катя Кейру. Забивает Кейру. Забивает Света Маклина. Кейру результативная передача.
В две передачи практически они преодолели и забили. Соколовская с мячом. Меньше трех минут до конца. Я думаю, можно сказать, можно, игры. Можно успокоиться и дать возможность поиграть резервистам. Неглубокие скамейки у обеих команд сегодня. В принципе, все игроки обеих команд получили сегодня достаточно игрового времени. Шулепова, Баранова, Лена, Катя Кейру, Света Маклина, опять Лена Баранова. Баранова на Дэвенпорт и забивает Дэвенпорт. Как не забить после такой идеально выверенной передачи? Неплохой процент попадания с игры у Джессики Дэвенпорт. 71 был после третьего периода. Какой заброс. Мясоедова с фолом. Забивает. И опять чехарда. Мясоедова 21. И тайм-аут. Тайм-аут бросит только Шунейкина. Ульяна Шелепова получает свой второй фол. Это пятый. Наш оператор показывает скамейку во время минутного перерыва. Скамейку Володы Чеваканте. А между тем, хочу обратить ваше внимание, что выходит на паркет, что играет тотал вверх. Давали 142, а уже 147. Не ожидали мы с вами. Не ожидали. Вы могли поставить на гору. Я думаю, гора прошла. Гора прошла уверенно сегодня. Ну и стоит отметить о том, что букмекеры сегодня были тоже уверены в победе волокжанок и давали их победу с коэффициентом 1.07. Это совсем маленький коэффициент. Да, при этом новосибирок давали за 6.8. Закончился тайм-аут. Вот рассказывала Ольга Шунейкина, что нужно играть в защите как можно больше со сменами. А я думаю, она их поздравила и благодарила. С окончанием игры? С окончанием игры, с победой, с уверенной победой. Я думаю, после игры она сделает это еще не раз. Один штрафной пробивает. Тем временем Наталья Мясоедова и забивает, попадает. Мясоедова. И 22-й. Паритет это... по 22 очка у лидеров команд. Светы Махлиной. Махлиной 22, у Мясоедовой тоже 22. Кейру с мячом. На штраф. Лена Паранова поднялась, мяч не получила. Катя Кейру отдала Джессике. Дэвенпорт попадает под блокшот. Касание было, да. Касание, мяч остается у них. Но время на атаку 8 секунд осталось. Что же они будут делать? Какую комбинацию разыграют, чтобы выбросить мяч? Красивый наброс против маленькой. Дэвенпорт, и левая рука. Левой рукой, да. Задумка. Задумка изумительная. Дает осечку левая рука Дэвенпорт. Соколовская с мячом. Колосовская. Соколовская. Колосовская. Это звучит. Соколовская опять. Савина. И... Не за... Ай-яй-яй-яй-яй. Забивает Савина. Забивает 2 очка. Шулепова с мячом. Катя Кейру. Улеглись страсти. Что, притихли болельщики? Притихли болельщики, обрели уверенность в победе. И совершенно напрасно, как мне кажется, переживает главный тренер. Она хочет довести просто до идеальности все. Хотя идеально, мне кажется, никогда не будет. Тренер всегда чем-то недоволен. Баранова забивает с сопротивлением 2 очка. 85-67 за минуту 20 до конца четвертого периода. Я думаю, до конца игры. Савина бросает 3 очка. Лена Баранова берет очередной Баранова подбор. Очередной подбор борется. На своем щите. Катя Кейру. Минута. Проходит. Минута. Скидка на Свету Маклину. Маклина! Маклина фол. Не забивает. Судьи дают фол. Кому? Оксана Хорошавина. Оксана Хорошавина, первый фол. Третий командный.
Остается 56 секунд. 56 секунд. 85-67. Мне кажется, вот этот последний... Опять очередной наброс. Рома Хмаклиной не отберет у нее звание MVP сегодняшнего матча. Нет, я думаю, нет. А. Перехват Кейру. Перехват Кейру, да. Перехват Кейру. Пас. Дэвинпорт. Дэвинпорт. И там на ней фалят. На ней ничего фалят. Не оставалось, как сфалить. Да. Фалит мясо. Нет, номер один показывает судья. Это Мария Савина. Савина фалит. У нее четвертый пол это. Ну что, забьет первый Дэвинпорт. Да, есть. Уверенно. О, да. Второй не принимает кольцо. Полосовка. 30 секунд до конца игры. До конца этой игры, безусловно. Савина. Ой, Ксения Колосовская подобрала какой мяч. И Савина опять подбирает. Опять Савина. И в третий раз Лена Баранова овладела этим мячом. Одна из последних атак. Катя Кейру не забивает. Две секунды. Конец игры. И подбор записывает на свой счет Елена Баранова. На такой мажорной ноте. За счетом 86-67. Поздравляем обе команды с замечательной игрой. А Вологду с победой. С победой, с Рождеством. И хотелось бы пообщаться, наверное, с Маклиной. Со Светой Маклиной. И нам еще желательно статистику. Маклина. Очередная игра, кстати, в Вологде, 15 января. Домашняя встреча. И Мясоедова. Мясоедова у них, да. Нет. Здравствуйте, Наталья. Поздравляю вас с успешной игрой и с праздником. Спасибо большое. Взаимно вас тоже с праздником. Скажите, что-то в игре не получилось, быть может? Какие общие впечатления? Очень много в игре не получилось. Не смогли выполнить установку тренера. И, ну, на самом деле, игра провальная. Я считаю, очень много не получилось. Команда была сама не своя. Я не знаю, может сказывается то, что это первая игра после Нового года. Надеюсь, мы как-то соберемся и в дальнейшем будет лучше. Тем не менее, вы лидер результативности вашей команды, да и вообще обеих команд. Поздравляю вас с этим. Спасибо успешная большое. Игра. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ваш последний промах с игры, конечно же, не отнимает у вас звание MVP матча. Вы лидер результативности обеих команд и замечательно сыграли. Скажите, все получилось, что планировалось? Ну, наверное, да. Мы во второй половине в защите лучше стали играть. И... Про меня скажи. Все молодцы, вся команда. С Еленой Барановой поговорим отдельно чуть Нет, позднее. Вместе поговорим. Вместе. Да, мы старались и выиграли. Елена, поздравляю вас. Спасибо, с победой. И вас тоже. Все ли получилось, что хотелось? Все, в принципе. То есть мы в первом тайме хорошо начали, потом у нас небольшой спад был в защите. Но мы вот вышли очень строго настроенные во второй половине. И как бы у нас вообще все получилось. Даже та зона, импровизация, которую у нас тренер нарисовал с листа, у нас тоже все получилось. Поздравляю Поэтому вас с успехом. Поэтому счет такой Спасибо красивый. Вам. Света супер, Маклину в сборную. Будем ждать вызова Маклиной в да, сборную. Да, обязательно. Спасибо. Спасибо. Не, они очень цепляющие, Нет. очень классные. Очень, жестко, очень жестко играли. Очень жесткая команда, и мне кажется, им надо осторожнее быть, потому что, ну, в принципе, можно травму получить. Если опытный игрок развернется с локтем, то есть, ну, как бы надо осторожнее. Это мы все прощаем пока.
принципе, мы ожидали, что Наталья Мясоедова забьет, но чтобы она столько мы не ожидали. Она все попала, то есть, ну, она, видно, настроилась, очень хорошо сегодня сыграла, молодец, и в защите. Сборную хочет. Да. Два кандидата в сборную, Махлина и Мясоедова. А Мясоедова уже как бы она член сборной, чё, какие кандидаты? Очень хорошо. Она должна теперь бороться за место в составе, чтобы там остаться. Да. Поздравляем спасибо. С победой, спасибо. Давайте вместе. Давайте вместе. Да, очень приятно всем. Всех с праздником, можно я поздравлю? Сначала. Ольга Александровна Шумейкина, главный тренер вологодской команды. Чувакаты, да. Можно я сначала с праздником всех поздравлю? Нужно. Так случилось, что 7 января нам поставили игру. Как меня сегодня назвали, грешники вы все нехорошие. Но я надеюсь, это шутка, да, мы все хорошие люди на самом деле. Вот, хочу поздравить всех с праздником и пожелать всего самого хорошего в этой жизни, да, здоровья прежде всего, удачи всем, всего хорошего на самом деле. Все ли получилось, что планировалось? Нет, не все получилось. Немножко мы вальяжно начали, на мой взгляд. Нам первые 20 минут немножко в защите были не собраны местами, особенно вторая 10-минутка. Вот. В перерыве, я надеюсь, да, как я говорю, перерыв для того дается внутреннюю работу. Мне кажется, некоторые люди проделали над собой, да, защитка была на высоте достаточно. И вы видели, да, в самом начале, можно сказать, второй половины. Но, по сути, результат был уже сделан. Дальше, по сути, было все понятно. Скорее всего, мы бы не выпустили соперника, еще бы не случилось. Немножечко перефразирую вопрос. Вы довольны результатом? То, что на табло, да, все прилично. Но я еще раз повторяю, есть проблемы. Но плюсом была стояла задача Джессику заиграть. Да, она первая игра, она тренировалась с нами 3 дня. Конечно, много проблем, потому что новая команда, новые схемы какие-то. То есть она немножко... Это сложно сразу войти в игру и сразу сыграть. Вот, я надеюсь, в каждой игре это будет лучше. Вот, поэтому немножко экспериментальный состав мы сегодня попробовали. То есть то, что мы вообще не наигрывали. Где-то игроки, которые мало получают игрового времени, не больше играли, а тоже получили игровое время. То есть в связи со всеми этими моментами и в связи с тем, что давно не играли, немножко мне не все нравится на самом деле. Но я надеюсь, что далее будет лучше. Перед началом четвертой четверти у вас была уверенность в общем успехе, и поэтому вы дали возможность играть скамейки резервистам? Перед началом четвертой четверти у меня была уверенность, да. Поздравляю вас с успехом. Спасибо большое. Как понравился в составе Новосибирска? Мясоедова сегодня хорошо сыграла, на мой взгляд, с хорошим процентом. Я смотрела ее игры, на самом деле у нее процент реализации где-то 40. Я думаю, что сегодня он был выше. Неплохо. Ну и, пожалуй, кого еще? Но остальные, как мне кажется, никого не хочу обидеть, все сыграли в свою... силы. То, что мы ожидали и, как мы предполагали, игроки играют, а они сыграли. Ну, Наташка немножко более стабильно, надежно сегодня сыграла, но ничего, ничего. Никого не хочу отмечать со своей Вологды, как обычно, никого. Я считаю, что играет команда и выигрывает команда, и проигрывает команда. И вот эта фраза, когда выиграет команда, а проигрывает тренер, все это неправда. Все вместе мы выигрываем, все вместе мы проигрываем. Это мое личное мнение. Большое спасибо. Не за что. Владимир Крашенин, ассистент главного тренера. А вам хоть кто-нибудь понравился из состава Вологды? Никого не отметил. Ну, я могу выделить, конечно же, сегодня сыграли Махлина Светлана, она забила больше 20 очков, 22, если не ошибаюсь. Ну, в принципе, неплохо дебютировала Джессика, вот, не имея игровой практики, то есть она достойно сыграла. Ну и Катерина Кейру показала интересную игру сегодня, я думаю, что вот так. По Новосибирску. Полностью согласен с мнением главного тренера, то есть Мясоедова сыграла сегодня хорошую игру, но остальные все ровненько в свою, как могут. Новый год прошел хорошо для команды. И начался новый тоже удачно, и на этом настрое желаем сохранить всю вторую половину сезона. Спасибо, я пользуюсь случаем, всех поздравляю с праздниками, с Рождеством, всем успехов, удачи, здоровья, всего-всего. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Вас нету в кадре. Сейчас видишь нас? Сейчас вы оба в кадре. Вот так вот так. Jessica Davenport, how did you like your first game for Vologda? It was good. Trying to get back in shape, getting the game flow. So it was nice to come out here and play another game. Как вам понравилось? Джессику спрашивает, как вам понравилась ваша первая игра? Она сказала, у меня замечательное от нее ощущение. Игра прошла хорошо. Who were the best players of Novosibirsk team? Who did you like and who you played on your team? The big girl, 33, she was pretty active tonight for the other team. And tonight, I thought everybody played well. We had a great 3 days of practice, and tonight everyone just came out with a lot of energy and ready to play. Джессика отмечает успешную игру 33-го номера из команды соперницы Наталью Мясоедову. И в общем и целом говорит, что все девочки сыграли довольно хорошо и уверенно. И отметила, что в нашей команде все сыграли хорошо в свою игру, достойно. Thanks a lot and have a good season. Thank you. И мы пожелали ей удачного и хорошего сезона. Ну, я думаю, что на этой торжественной ноте мы закончим нашу трансляцию, отпустим игроков и поблагодарим состав Бизоны ТВ за работу. Сегодня был уникальный опыт. Пытался наш режиссер работать, находясь в городе Иркутске, точнее под Иркутском, в Шелихове. То есть камеры переключались дистанционно некоторое время. А вообще трансляцию для вас провели сегодня технический директор Роман Аладьев. Благодаря его умелым рукам все работает в основном и все переключается. Комментатором сегодня дебютировал блистательный Атари Ачхикидзе. Я надеюсь, что вам понравилось и запомнилось. А также мастер спорта Светлана Явкина, как всегда, была на высоте. За камерами работали Алена Гусева, Игорь Смирнов, Александр Читая, Михаил Борисов, волею судеб, оказался в городе Вологда и помог нам. А также Ольга. Баскетбол, смотрите баскетбол, и будет вам счастье. Всего доброго.